Чемпионат Европы в Германии называют праздником, объединяющим болельщиков из разных стран. Однако событие не обошлось без скандалов. Турецкого футболиста дисквалифицировали за демонстрацию волчьего салюта, жеста, связанного с национализмом. Он запрещен в некоторых европейских странах. В том же были замечены некоторые турецкие болельщики. Среди фанатов, приехавших в Германию, экстремистов хватает. Ich sehe ein großes Potenzial, dass es Leute vereint. Aber eben auch genau das Gegenteil, also Sprichwort Hooligans oder einfach stramm nationalistisch, patriotisch, rechtsradikal gesinnte Menschen missbrauchen den Sport oder genau eben diesen, nenne ich mal Spirit drumherum, genau dafür. Und leider hört man immer wieder über Gewalt auch im Unterfans, im Sport. Многие гости признают, что чемпионат позволил хотя бы на время отвлечься от каждодневных проблем и кризисов и пообщаться с людьми в атмосфере праздника. I really hope so, because what you see here is joy, is happiness, and I think a lot of people need it. So I hope so. I really hope so. I hope this brings back some smiles on the faces of people. Организаторы чемпионата делают все возможное, чтобы Евро-24 стал для болельщиков незабываемым. Устраивают даже многочисленные культурные программы. Но без организационных проблем тоже не обходится. Все больше и больше жалоб поступает в первую очередь на логистический хаос. Критики заявляют, что Германия явно недооценила роль общественного транспорта для иностранцев, что привело к перегрузке транспортной сети, давкам и пробкам.